сорт острого перца поблана. Этот сорт еще называют анча, либо мулата. Его называют мулата, если на кусте присутствует вот такого вот шоколадного цвета плоды. На одном кусту могут быть находиться зеленый, красный и шоколадного цвета. Ну, в основном вот такие вот плоды. Зеленый и красный. Ну и в редких случаях бывает, что и шоколадного цвета. Если находятся шоколадные плоды, этот перец называют мулата. Этот перец имеет остроту от 1 до 1500 сковелей. Высота такого растения от 80 до 1 метра. Срок созревания 75-80 дней. Отличительная черта этого перца, вы никогда ни с чем не перепутаете. Вот такая вот полоса посередине, с одной стороны и с другой стороны. Вот на зеленом перчике лучше видно. Это и есть сорт поблана. Этот сорт овощной. В основном употребляется в пищу вот в таком еще недозрелом состоянии. В сыром виде его мало употребляют, в основном либо запекают, фаршируют, делают соусы слабоострые с него. Самый считается как бы лучший, это когда переход, это вот этот, когда он до половины еще зеленый и до половины красный. Если он уже полностью красный, это считается перец перезрелый. Как бы его в пищу не применяют. Ну, в основном применяют либо зеленый, либо до половины красный, до половины зеленый. Это очень интересный и довольно-таки продуктивный сорт перца. Этот перец выращивается в штате Пуэбла в Мексике. Этот перчик имеет фруктовый вкус. Очень вкусный, очень толстостенный. И размеры у него соответственно. Он довольно крупный. Этот сорт неприхотливый в выращивании. Он с легкостью выращивается на грядках. Выращивается точно так же, как и обычный сладкий перец. Очень довольно толстостенный. И с одного кустика можно получить до 30 таких перчинок. Высота, я говорю, уже довольно-таки приличной высоты, до метра. Так что выращивайте у себя такой перец. Всем удачи и больших вам урожаев.